Пресс-секретаря деловой России заподозрили в сбыте фальшивок. Девушка пыталась расплатиться на заправке, но аппарат не принял деньги. На место вызвали сотрудников частного охранного предприятия и полицейских, после чего пресс-секретаря увезли в райотдел. Оказалось, что купюра номиналом в 1000 рублей была старого образца. В кои-то веки решила заправиться на наличку, которая у меня была в кошельке. Каким-то чудным образом, блин, сняла не так давно. Отдала эту 1000, аппарат не считал купюру. Мне кассир забрала, сказала, она фальшивая, я вам не могу отдать, а то вы где-нибудь ей расплатитесь дальше. Надо вызвать полицию. Я говорю, ну я не готова вам отдать 1000, это оставить просто свою, вызывайте полицию. Спустя пару часов девушку отпустили, только вот 1000 ей так и не отдали. Объяснили, что забрать ее можно будет после проверки. Сама пресс-секретарь деловой России говорит, что купюру ей выдали в банкомате.